Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, добрую ночь. То есть, кто когда смотрит, у кого какой день. Всех наступающим, значит, это будет видео о розыгрыше. Розыгрыш призов для наших подписчиков. Будет разыграно 5 призов. В конце ролика я расскажу, что это за призы и кому они на каких условиях достанутся. А сейчас хочу вас поздравить с наступающим. Хочу пожелать вам всех все ваши желания, хочу, чтобы исполнились в следующем году все, что вы не пожелаете. А так как наш канал связан с сельским хозяйством, хочу пожелать, чтобы в следующем году у вас не ломалась техника в страду, чтобы сено вам легко давалось, чтобы меньше было затрат на сено, на силос, на корма, чтобы животные ваши радовали вас, радовали привесами, надоями, радовали вообще. То есть я считаю, что сельским хозяйством и не стоит заниматься, так как многие пишут фермер, да не фермер, а именно колхозник и крестьянин, скорее крестьянин, потому что у нас все-таки это стиль жизни, любовь к животным, и всегда у нас корова была кормилицей. Если есть в семье корова, то, естественно, семья была более-менее накормлена. Ну ладно, не об этом. Значит, чтобы все у вас в следующем году сбылось, все, что вы не пожелаете. Символично, что следующий год, год бычка, и вот наш бычок. В предыдущем видео я уже писал, то есть кому-то нужна наша помощь по перевозке, доставки, отвозу, сельхозтехники, все, что сюда влезет, сможем мы затянуть, погрузить. Мы постараемся вам помочь привезти, отвезти. Также мы можем снять видео про вашу технику по продаже. Ну ладно, не об этом. Сегодня у нас 31 декабря. И мы начнем розыгрыш призов. Призами у нас будут, смотрите, сейчас. Маленькая задержечка тут. Я один, так что помочь мне некому. Сейчас Игорь придет. Мы поможем. Призом будет вот такая вот футболка с нашим логотипом, с логотипом нашего канала. Их 5 штук, то есть 5 подписчиков нашего канала в качестве приза получат эту футболку. И какие условия? Сейчас я расскажу о условиях. Ну, первое и самое главное условие, это вы должны подписаны быть на наш канал. Да, я уже писал в сообществе и показывал, что ваши подписки должны быть открытые. То есть при выигрыше я зайду на ваш канал, в ваш канал и посмотрю. То есть другие посетители должны вашего канала должны видеть, что вы подписаны на наш канал. На наш канал, и это было должно быть, то есть, общедоступное. Как это сделать, я уже показывал, то есть есть на в сообществе, там в теме. Но на всякий случай еще раз покажу, там кто не понял, как что. Ну, то есть это условие, что вы наш подписчик, значит, вы получите футболку, возможно. Дальше, второе условие, значит, в комментариях под этим видео розыгрыш будет именно в этом видео. Под этим видео в комментариях вы должны написать: я подписан на ваш канал, я участвую в розыгрыше и хочу получить футболку. А дальше вы должны поздравить всех себя, знакомых, незнакомых. Не обязательно наш канал, не обязательно меня поздравлять. Просто напишите поздравительный комментарий. С Новым годом! Ну и все. Больше никаких условий. Розыгрыш произойдет, я думаю, что перед Рождеством, то есть в течение там через 14-15 дней разыграем, посмотрим, сколько будет комментариев, сколько чего, кто захочет участвовать, кто не захочет участвовать. В общем, через 15 дней мы в автоматическом режиме, то есть с помощью
компьютерной программы разыграем, кому же достанутся эти футболки. Итак, 5 футболок, размеры 48, 50 и 52. Я не знаю, кому какая достанется, вы уж простите, то есть не так много футболок, и кому-то выбирать по размерам как бы не получается. Если будет большой спрос, то есть кто-то захочет с моих подписчиков еще такие футболки, то ну, я постараюсь заказать уже в дальнейшем на следующий, сделать, может быть, больше и удовлетворить ваши желания. Итак, основные условия я озвучил, так что подписывайтесь, пишите комментарии, поздравляйте с Новым годом, и, может быть, вы получите футболку. Все, всем пока, всех с Новым годом, счастья, удачи, всем пока.